Леонтий Федорович и Анна Павловна Протасиня радушно встречают нас у калитки собственного дома. У этой замечательной, недавно отметившей полувековой юбилей совместной жизни пары, прекрасная усадьба с двумя яблоневыми садами, старым и новым. Дом построили тогда еще на хуторе близ деревни Дубеи в 1966 году. В это же время и посадили яблоневый сад. Мы знакомимся с хозяевами поближе и заходим во двор. Похоже, здесь всегда рады встретить гостей. Садитесь за стол прямо во дворе и угощайтесь ароматными яблочками. Благо, их в нынешнем году богатый урожай. Очень богатый. Как никогда, можно сказать, что богатый. Но только что вот сильно вот эта жара у нас ударила. Я уже вот говорил, что у нас такое, что мы не помним, чтобы такая вот засуха была, как в этом году. Мы не помним просто. Даже не то, что мы... А вот даже есть старейшие за нас, и то же самое говорят, то, что ши такой засухи, как в этом году, не было. Штрефель, Антоновка, белый налив, яблоки, кладезь витаминов, неповторимость ароматов, сочетающих в себе щедрость осени и свежесть весны. Не зря же цветущая веточка яблони выбрана символом юбилейной даты Великой Победы, а значит символом жизни и чистого неба. В саду много работы. Леонтию Федоровичу и Анне Павловне, разменявшим восьмой десяток лет, самим ухаживать за садом и огородом было бы трудно. Охотно помогают дочери и внуки. Особенно, говорит Анна Павловна, внук Максим. Он охоч к любой работе и даже грядки брался полоть, но хватает летом и мужской работы. В день яблочного спаса по традиции идут в церковь светить яблоки. Помню, что это был очень хороший праздник. Щиро его праздновали. Щиро это как? Щиро расскажите. Праздновали его. Никакой работы, никакой жатвы, ни сенокосу, ничего. Люди праздновали. Церковь шли. И шли в церковь. Издревле считалось также, что на яблочный спас нужно наготовить много блюд на основе душистых плодов – пироги и пирожки с яблочной начинкой, варенье, десерты и другие лакомства. Но как же наша уважаемая семейная пара отмечает сегодняшний праздник? Придем из церкви, обед устроим, по возможности выпьем, отметим праздник. Яблочный спас – красивый праздник, яркий, щедрый, его чтили и любили во все века. Он знаменует окончание жаркого лета и приход осени. По народным приметам, в этот день начинают отлетать журавли.